сказать или начать свое слово «Слава Богу за то, что мы сегодня находимся в молитвенном доме». Сегодня у нас особое служение, служение хлебопреломления. Перед нашей молитвой хочу прочитать несколько стихов из книги Откровения, 4 глава. And I would like to read a few verses from Revelation chapter 4. Первые два стиха. The first two verses. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard, like the sound of a trumpet speaking to me, said, Come up here, and I will show you what must take place after these things. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting on the throne. Братья и сестры, и все те, кто, может быть, сегодня пришли первый или второй раз в наш молитвенный дом. Brothers and sisters, and all those who may have come here for the first time, or maybe even the second time to this house of prayer. Хочу напомнить для всех нас, I want to remind all of us что дверь отверста, that the door is open. Дверь открыта. It is open. Она не просто открывается. It doesn't just open. Она открыта. It has been opened. Было время, когда она не была открыта. There was a time when it wasn't. Но эта дверь открыта посредством крови Иисуса Христа. But this door was opened by the means of the blood of Jesus Christ. Посредством Его страданий. By the means of his sufferings, его смерти, and his death. Есть такой псалом, «Зайдем на Голгофу, мой брат». And there is a psalm that says, "Let us go unto the Calvary, my brother." Там посланный Богом Мессия распят. Because the Messiah that was sent by God is there crucified. О правде святой проповедовал он. He preached the holy truth. Больных исцелял, а теперь он казнен. He healed the sick, but now he's been convicted. Но если бы только на этом заканчивалась эта песня, but if this song ended at that point, что он казнен и больше ничего, that he was crucified and that's it, and that's all, то дверь на небе она продолжала бы быть закрытой. Then that door in heaven would have continued to be closed. Но она открыта посредством крови, как я уже сказал. But yet it has been opened by the means of his blood. Посредством его смерти и посредством его воскресения. By the means of his death and his resurrection. Поэтому, когда мы сейчас будем молиться, so as we pray today, хотел бы еще напомнить, чтобы мы входили путем новым и живым. I would like us to remember to enter by the new and the living way. Посредством крови Иисуса Христа. By the means of the blood of Jesus Christ. Во святое святых. Into the Holy of Holies. И при всем этом имели дерзновение. And with all of this, I want us to have that confidence, boldness. Сейчас приглашаю вас привстать. And встать. I invite you to stand. И мы будем молиться. And we'll pray. Господи, благодарим Тебя сердечно за открытую дверь на небе. Lord, we thank you for that open door in heaven. Благодарим Тебя за это открытое приглашение каждому из нас. We're grateful for the open invitation за то, что Ты приглашаешь нас, Господи, сегодня взойти туда, на небо. That you've invited us today, Lord, to go up there in heaven. Взойти во святое святых. To enter the holy of holies. Возвести наши очи горам, откуда придет помощь наша. To raise our eyes into the hills from which our help comes from. Господи, мы благодарны Тебе за кровь Иисуса Христа. And we're grateful to you, God, for the blood of Jesus. Мы благодарны Тебе за то, что Ты удостоил нас входить и прикасаться к святому. We're grateful that you made us worthy to enter and to touch the Holy of Holies. Слава Тебе за Твое прощение. Glory to you for the forgiveness. За благословение. And for the blessing. За исцеление. And for the healing. За открытые глаза. And for the open eyes. Господь, благослови каждого из нас на этом месте. Lord, bless every one of us here in this place. Наши все нужды. And all of our needs. Наши проблемы, вопросы, все то, что нам непонятно. Все то, с чем мы боремся, Господи. And all of our problems and questions and things we don't understand and things that we're battling. Мы приносим туда к престолу благодати. We bring this to the throne of grace. Зная то, что только оттуда мы можем обрести благодать. Knowing that that is where we can obtain that grace. И получить милость. And also receive для благовременной your mercy помощи. And your help. Слава Тебе за все, великий Бог. Thank you for all things, great God. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Father, Son, and Holy Spirit. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
you be free from your burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood. Желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. Сердцем в свободу Христову войти. Есть сила в Его крови. Сила Божья, Божья, чудотворная. Благодарим за кровь Твою, Господь. Благодарим за жертву Твою, Господь. Мы сегодня, Господь, спасенные. Радуемся, Господь, потому что Ты когда-то нашел нас, Господь. Каждая капля крови Твоей, Господь, не напрасно была пролита. О, Господь, мы были изменены Тобою, Господи.
и не хотим возвращаться туда, Господи. Ты спас и оправдал нас, Господь. Славим имя Твое, Господи. О, аллилуйя! Change.
where we want to be, in your presence, Father, where you change us, where your love covers all. Hallelujah. So that's where we come, and we sing glory to your name. We worship and adore you. Glory to your name. Glory to your name.
поклоняемся и наклоняемся перед Тобой, Господь. В ожидании Твоего Слова. In expectation of Your work, Your action, Your movement in this place, in the name of Jesus Christ. Amen. Присаживайтесь, пожалуйста. You may be seated. Приветствую всех вас, дорогие друзья. I greet all of you, dear friends. И напомню вам слова из Ветхого Завета. I'd like to remind you the words that come from the Old Testament. That it's not good for man to be alone. Некто, правда, переначал и сказал так. Somebody some time ago said this. Не, хорошо быть человеку it одному. It is not good for man to be alone. Но на самом деле первая версия, она правильная. That it's not good for man to be alone. But you know what? The first version is correct. Создав человека, that by creating man, Бог выразил свою волю о нем. The Lord expressed His will toward us. Человек — это социальное существо. Man is a social creature. Предназначенная для общения. That's predestined for communication. Предназначенная для общества. Purpose for living in society. Человек не должен оставаться одиноким. Man shall not remain in solitude. Но с другой стороны, я не хочу возвести коллективность человека в абсолют. But on the other hand, I would like to unequivocally, I would not wish to unequivocally conclude the totality of man like this. Ну, в определенных дозах одиночество необходимо. Of course, solitude in specific measures is beneficial. Или нет? Or is that not the case? Кто-либо из вас устает от общества? How many of you get tired of communicating with others from society? Возникает желание уединиться? Does perhaps a desire rise within you to have some alone time? Убежать от этого мира? To flee from this world? Ну, у Иисуса Христа такое желание возникало. Well, Jesus Christ did have those desires that arose within him. Он уходил в пустыню и 40 дней постился один. He would depart into the desert and would fast for 40 days by himself. Ночами он восходил на гору, чтобы побыть в одиночестве и общении с He would seclude himself on the mountaintop and he would spend time with the Father. Конечно же, есть время, предназначенное для одиночества. Of course, there is a time that's predestined purpose for solitude. Но все-таки общение является объективной потребностью. Nonetheless, fellowship or communication is crucial for us to build ties with others. Библия говорит, если... The Bible tells us the following. If... Мы ходим во свете, мы имеем общение друг с другом. If we walk in the light, we have fellowship with one another. Моя проповедь будет называться «Три одиночества». My sermon is titled «The Three Solitudes». Я подразумеваю под одиночеством болезненное состояние. And when I say solitude, I mean a condition that is painful, that is not healthy. Это не то необходимое целительное одиночество. It is not that vital, necessary solitude that we occasionally need. В котором нуждаются люди с избытком общения. That people, especially those who are very communicable, who have an excessive dose of communicating with others, they do need it. Я указываю на одиночество разрушительное. Rather, I'm emphasizing solitude that is destructive. Болезненное. That is related to an illness. От которого Бог хочет освободить человека. A pain seclusion that the Lord wishes to free man from. Первая причина человеческого одиночества имеет естественный характер. The first cause for man's solitude has a natural character to it. Человек остается одиноким просто потому, что не умеет нормально общаться. For instance, a man remains alone or could remain alone because he does not know how to communicate well with others. Человек не владеет навыками безопасного общения. Or man lacks qualities of safe communication. Он не может правильно поздороваться. He cannot greet others normally. Правильно попрощаться. Or to say goodbye to others properly. Правильно пригласить к столу. Or to invite others to the table properly. Правильно подать руку, правильно наклонить голову. Or to properly offer up a handshake or to lean his head over to another person. Не может сделать комплимент, похвалить другого. Or cannot compliment another person or say something nice to another individual. Он неловкий в отношениях. He's awkward in his communication. Возможно, он такой сердитый. Perhaps in his relationships he's awkward because he's often appears to be displeased or angry. Выглядит сурово. And appears has a severe face expression, a harsh face expression in his face. И имеет отталкивающее действие. Or he has a repulsive effect upon others. Ему надо научиться общаться. And he needs to learn how to communicate with others well. В книге Притчи, 18 главе. In the book of Proverbs, chapter 18. Стих 24. Verse 24 states the following. Написано. It is written. Кто хочет иметь друзей? A man of too many friends. Кто хочет иметь друзей? Who wants to have friends? Тот и сам должен быть дружелюбен. In fact, this does not state it in the English version, but it says the man who wishes to have friends, he needs to be friendly. Это простая истина. This is a very simple truth.
Как прекрасно иметь друзей, не так? It is so wonderful to have friends, is that not so? И в церковном мире обычно много дружеских компаний. In the church world there are many friendly groups. Смотришь, организовались, поехали на пикник. You can see they organize themselves, they go to the park to have a picnic. Собрались дома несколько семей, жарят кебаб. Or a couple of families gather homes and they prepare kebabs. Путешествуют на океан, Сан-Франциско. Or they go to the ocean, they go to San Francisco, spend time with one another. Христиане объединяются и проводят время красиво и назидательно. In other words, the believers, they gather themselves, they organize themselves, and they spend time in this world in a very beneficial, friendly manner. Но в это же время кто-то остается посторонним наблюдателем. Yet simultaneously, there are others who are bystanders that are simply looking on and are not participating in this. Люди шишкабаб жарят, а он дома сидит и завидует. People are having a barbecue and others are sitting at home and they are envying those who are spending time like that. На океан поехали, а он думает, надо же, меня они позвали. Some go to the ocean and still there's somebody who gets offended and says, well, I wasn't invited. Меня никуда не зовут. Nobody's inviting me to go anywhere with them. Со мной никто не хочет общаться. Nobody wants to talk to me. У них такие активные выходные, а я дома один. They do so many active things in the weekend, but I'm sitting at home, I'm alone. Послушай, Библия говорит. And you know what the Bible states the following? Если ты хочешь быть с друзьями на океане, в шишкабаб, if you wish to have barbecues with friends or you wish to go to the ocean with your friends, сам будь дружелюбен. You need to be yourself. You yourself need to be friendly with others. Возьми инициативу в свои руки. You take initiative into your own hands. Ты организуй поездку. You need to organize a trip к себе on your own. Домой пригласи. Invite people to your own house. Создай обстановку, чтобы уютно было. Create a friendly atmosphere, a cozy atmosphere. Чтобы людей тянуло. So that people would be drawn to you. Будь привлекательным для них. Be a magnetic personality that draws other people in. Научись улыбаться, говорить ласково. Learn how to smile, to speak to other people with kindness. Выйди к воротам, встреть людей. Go up to the gate, go up to the entrance and greet people. С распростертыми объятиями. With open hands. Дружелюбный человек. Be a friendly person. Внимательный человек. An attentive person. Воспитанный человек. A person who is well behaved. Никогда не останется одиноким. Shall never remain lonely. Такой человек как магнит. A person like that is like a magnet. К нему притягивает людей. Everybody is drawn to him. Потому что он источник вдохновения для других. Because he's a source of inspiration for other individuals. Людям приятно с ним общаться. People are pleased to communicate with him. Вокруг него мир лучезарно сияет. Around him the world begins to shine brighter. Рядом с таким человеком чувствуешь оптимизм. Next to these people you feel a dose of optimism. Настроение улучшается. Your mood improves. Дружелюбный никогда не будет одиноким. A friendly person shall never be alone. Второе – одиночество. Second, solitude or seclusion. Это одиночество блудного сына. This is the loneliness of a prodigal son. Его причина является грех. The cause of his solitude is sin. Вспомним библейский текст. Let us recall a biblical verse. Взял имение отца и ушел в далекую страну. Do you remember that he took the possessions of his father and he went into a distant country? Расточил это имение. He squandered all of the inheritance. Остался один. He remained alone. Нанялся на службу пасти свиней. He was hired to herd swine. И вспомнил об отце своем. And only then he recalled his father. Это ситуация символизирует путь любого грешника. This situation resembles a history of every sinner. Грешник расточает. Because a sinner squanders all he has. Имущество. All his possessions. Грешник теряет отношения. A sinner loses out on the relationships with other people. В конечном итоге грешник остается одиноким. At the end of the day, the sinner remains to be very lonely. Человек, который не ценил ближних. Because this is a person who did not value his neighbor. Который жил ради себя. Who lived for his own desires. Который был эгоистом всю жизнь. Who was selfish for his entire life. Не может рассчитывать на общество людей. And such person cannot rely on communicating well with other people. Человек, который не ценил потребности своих детей. A person who did not value the requirements of his own children. Огорчал жену. He offended his wife. Лишал счастья близких. He deprived others of happiness, his neighbors of happiness. Человек, который всю жизнь был агрессивен. A person who was aggressive throughout the majority of his life. Жесток. He was harsh with others. Который отталкивал людей от себя. He was repelling people from his own self. Не может рассчитывать на счастливую старость. And such person cannot rely to retire in an old age with happiness. У смертного одра некому будет подать стакан воды. And nobody will offer him a cup of water on his deathbed. Есть такая пословица. This is a proverb. Если ты хочешь, чтобы дети плакали на твоих похоронах, if you wish for children to weep at your funeral, не заставляй их плакать при жизни. Do not force them to cry when you're still alive. Недавно я общался с человеком. I was recently talking to another person.
Это мужчина средних лет. This is a person who is middle-aged. Он новообращенный христианин. He is a believer who repented recently. He is a first-generation Christian. Он остался один. And he remained to be alone. Потому что жена и дети ушли от него. Because his wife and his children left him. И он говорит мне, Алексей, это неправильно. He told me, Alexei, this is so wrong. Они поступили аморально, не по-христиански. They've acted immorally with me. They did not act in a Christian manner. Библия не разрешает жене уходить от мужа. The Bible does not permit the wife to leave her husband. Я спрашиваю его, но задумайся, почему они ушли от него. But I asked him, you know what, you need to ponder, you need to contemplate the reason of them leaving. А причина в том, что ты был очень жесток. And the cause is this, you were too stern with them, too severe with them. Тебе не хватило широты сердца. You lacked magnanimity of heart, your heart was not gracious enough with them. Ты не сумел любить их жертвенно. You could not love them sacrificially. Жизнь с тобой в одном доме была каторгой для них. It was a horrible thing. It was like carrying a cross for them, living with you in the same household. Они устали от вечного напряжения. And they were tired from this incessant tension. И когда они ушли из твоего дома, они почувствовали, что вырвались на свободу. And when they left your household, they realized that they were liberated finally. Друзья, грех разрушает отношения. And my friends, you know what? Sin destroys relationships with other people. Недавно я был в Омске. Recently I was in the city of Omsk. И свободным вечером я пришел в спортзал, в джим. And when I had a free evening, I came into the gym. Такой небольшой русский джимчик. It's a small gym of a small fitness room in Russia. Человек 6-7 там ходят, занимаются. There were approximately 6-7 people who were exercising there. И мне в глаза сразу бросился молодой мужчина. And immediately I was impressed by young one man whom my eyes could not help but notice immediately. Его звали Славик. His name is Slavik. Он был очень общительный. And he was very, very glib. Он вообще не умолкал. He could not be quiet. He was very loquacious. Безостановочный словесный поток. He was continuously talking non-stop. Он говорил громко. He was talking out loud obnoxiously. Его было слышно во всех уголках этого зала. And his strident voice was heard in every corner of that room. Он говорил со всеми. He was talking to everybody. Его мало кто слушал. He was not listened by a lot of people. Говорил он обо всем. But nonetheless, he would talk about all types of topics. Политика, здоровье, жизнь, деньги, politics, все. Health, life, everything that you could possibly imagine. Сначала я ему позавидовал даже. At first I even envied his gift. Думаю, есть же такие коммуникабельные люди. And I thought to myself, there are such communicable people who talk so well. Сколько энергии у него. He's got such a level of energy. Не умолкает. He simply does not be quiet. Потом я почувствовал раздражение. But then I sensed to be irritated a little bit. Его общество стало утомлять. And the society grew a little bit exhausted of him. Закончилась тренировка, я захожу в раздевалку. And then I entered the locker room and the training was over. И один из спортсменов говорит мне. And one of the athletes, he tells me. Этот Славик так надоел. This Slavik truly annoyed me. Вот так каждый вечер. Every single evening he does this. Я устал от него. I'm sick of him. Надо тут видеокамеру поставить. We need to set up a video camera. Чтобы из дома глянуть. Just to look at him. Если Славик есть, я не пойду в спортзал. So that you would have a remote knowledge. If Slavik is at the gym, for me not to go there, he said. Прихожу через день в этот же зал. And a day after, I go into the same fitness room. И Славик опять там. But Slavik is once again he's there. Но я уже взял с собой наушники. But this time I took my headphones with me. Чтобы его не слушать. I was ready to ignore him, to zone him out. Тренировка кончилась. And the training was over. Люди разошлись. People dispersed. Остался я. I remained there. И Славик. Along with Slavik. И мы начали с ним разговаривать. And we started to have a discussion. И он рассказал историю своей жизни. He told me a story about his life. Оказалось, что он тяжелый наркоман. Apparently he is a drug addict who is a very severe case. Он жил на Украине. He was living in Ukraine. Получил хорошее образование. He received good education. Переехал в Россию. He moved over to Russia. И здесь не нашел себя тоже. And over in Russia he could not discover himself. Он употреблял тяжелые наркотики. He kept on using very strong drugs. Он видел, что это разрушает его. And using these hard drugs he realized that this was bringing destruction into his life. Несколько раз он был при смерти. Several times he was at the point of death. Он терял здоровье. He lost a lot of his health. Тогда усилием своей воли он отказался от тяжелых наркотиков. But by the sheer willpower of his own decision, he rejected the hard drugs. Пересел на алкоголь.
But so he started drinking alcohol. Какое-то время упивался. And he was an alcoholic for some time. Потом усилием воли отказался от алкоголя. But then by the decision of his willpower, he rejected alcohol as well. Пересел на марихуану. But then he started using weed. Он с такой радостью мне сообщил. And with such joy he informed me. Теперь я всего лишь курю марихуану. Now the only thing I do is smoke weed. That's all I do now. Но при этом. But despite all this. Он живет особой жизнью. He was living a very special life. Он говорит, я боюсь. He said, I am in great fear. Я боюсь выйти на улицу. I'm scared to go outside. Потому что боюсь снова купить наркотик. Because I'm scared to buy, to go out and buy drugs once again. I'm scared to be tempted again. Или алкоголь. Or alcohol. Он говорит, я не общаюсь ни с кем. He said, I do not communicate with anybody. У меня нет друзей, нет знакомых. I do not have friends. I do not have acquaintances. В моем телефоне два номера. In my phone there are only two contacts. Телефон мамы. The phone number of my mother. И парня, с которым курю марихуану. The phone number of my buddy whom I smoke weed with. Весь день я сижу дома до самого вечера. Throughout the day I sit at home till evening. Единственное общество, которое я позволяю себе. The only society that I permit myself to be with. Это вот этот джим. Is this gym? That's it. И тогда я понял. And then I realized something. Откуда у него столько энергии для общения? He's got such enthusiasm, such passion for communication. Так он реализует свое одиночество. This is how he's able to satisfy his solitude. Этот Славик стал для меня примером загнанного грехом человека. This is how he resolves his solitude, and this Slavik became a perfect example of somebody who is a sinner and who is secluded and separated due to sin. Человек, который боится внешнего мира. A person who is afraid of the outside world. Человека, потерявшего все. A person who lost out on everything. Человека, которого мучает его одиночество. A person who's tormented by his solitude and lonesomeness. Мы закончили с ним Евангелием и молитвой. I shared the gospel with him and then we prayed. Но я не знаю, как дальше развивается его судьба. But I do not know how his destiny continues to develop. Третье одиночество. Third form of solitude is this. Это одиночество особого рода. Is the solitude of a special category of people. Потому что оно настигает духовных людей. Because this solitude even reaches the most spiritual people. Оно настигает именно христиан. It targets especially Christians. Это первая, третья книга Царств, 19 глава. An example of this solitude is seen in the first book of Kings, verse chapter 19. История Илии пророка. And this is a story of Elijah the Tishbite, the prophet. Илия совершил подвиг. Elijah accomplished a great feat. Он вернул религию Израилю. He returned once again a religious sentiment to Israel. Он доказал им реально живого Бога. He proved to them the reality of a living God. Сошел огонь. And the fire descended upon the people. Он молился о дожде и пошел дождь. He petitioned for rain and the rain came. На нем была Божья рука. The hand of God was upon that man. Это было мощное. This was a mighty hand of God. Сверхъестественное. A supernatural hand of God. Особое действие Божье. And this was a special work of God over his life. Через особый сосуд. Through a special vessel of God. Через помазанного пророка. Through an anointed prophet of the Lord. Но Илия истощился. But Elijah, he grew tired. Он обессилел духовно, душевно, физиологически. Soulfully, spiritually, and emotionally, he became very exhausted. К тому же Изавель атаковала его. Beside all this, Jezebel personally attacked him. И он сломался внутренне. He was broken like a broken reed. He was simply devastated on the inside. Илия дрогнул. And he trembled. He was shaken greatly. И мы встречаем в 19 главе. And we encounter in chapter 19. Обескураженного, деморализованного и опустошенного мужчину. A dismayed, devastated, discouraged, a desolate man. Он сидит под кустом и просит себе смерти. So now he's sitting under a juniper bush and he's asking for death. Говорит, Господи, возьми мою душу. Crying out, Lord God, take my soul. Это глубокая депрессия. This was an expression of very deep depression. Такая душевная дистрофия. He had this soulful dystrophy. Но Бог обратился к нему. But the Lord turned to him. К нему является ангел. And an angel appears to him. Ухаживает за ним, общается с ним. He cares for him. He communicates with him. Бог кормит его. The Lord nourishes him. Дает ему сон. He grants him sleep. Возвращается ангел и посылает Илию в дорогу. And then the angel returns and sends Elijah on his way. И он второй раз ест. And once again, Elijah eats for the second time. Подкрепляется. He is strengthened. И оказывается на Хариве. And suddenly he encounters himself in
На Хариве в пещере Бог спрашивает его. And over there in a cave, the Lord inquires of him. Илия, почему ты здесь? Elijah, why are you here? Я хочу обратить особое внимание на его ответ. Это And важно. I would like to emphasize his answer over here. Это важно. Стих 10. Verse 10. Вот ответ Илии. This is the answer in Horeb. This was the answer of Elijah. Возревновал я о Господе Боге Саваофе. He said, I've been very zealous for the Lord, the God of hosts. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой. For the sons of Israel have forsaken your covenant. Разрушили твои жертвы. Torn down your altars. И пророков твоих убили мечом. And killed your prophets with a sword. Остался я один. And I alone am left. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее. And they seek my life to take it away. Бог ничего не отвечает ему. The Lord did not respond to him with any words. Но Бог начинает действовать. But the Lord begins to move. Мощный ветер. Suddenly a strong wind appears. Землетрясение проходит перед Илией. An earthquake passes right before him. Веяние тихого ветра. And there's a breath of very quiet wind. Что это? And what is that? Это демонстрация Божьей силы. That is the demonstration of the power of God. Это особая терапия, которую Господь предложил Илии. That was a special therapy session that was offered to Elijah by God. После чего Бог вторично спрашивает, почему ты здесь? And after this, for the second time, the Lord inquires of Elijah, Elijah, why are you here? Илия отвечает слово в слово. And Elijah, verbatim, he repeats himself. Он твердит то же самое. He states exactly the same thing. Он говорит, я один остался. He responds to the Lord, I alone am left. Нет никого из пророков. There's nobody else in the number of the prophets. У меня нет команды. I do not have a team with me who would support me. Нет единомышленников. There are no like-minded people at all. Нет людей, способных поддержать меня. There are no people who would be able to fortify me. Нет людей, способных понять меня. There are no other people who would be able to relate to me, to understand me. Нет людей, способных верить со мной. There are no other able people who would be able to believe along with me. Нет никого способного бороться вместе со мной. There is nobody else who would take on the struggle along with me. Я остался один. I alone am left. И это разрывает мою душу. And this rends my soul apart. Это лишает меня мотивации. This deprives me of all sense of motivation. Это добивает меня. And this beats me down again and again. Илия выглядел жертвой в собственных глазах. And Elijah, in his own eyes, he appeared to be the prey. Он выглядел слабым в собственных глазах. He appeared to be weak in his own eyes. Один остался. He was alone. Бог не спорил с ним. But the Lord did not try to contend against him. Бог не согласился с его постановкой вопроса. But the Lord did not agree with the position that Elijah took on. Потому что Илия был неправ. Because Elijah was not in the right. Смотрите, что предпринимает Всевышний. And allow me to tell you what the Lord, the God of hosts, what decision he takes on next. Бог говорит, Илия, возвратись той же дорогой. The Lord tells Elijah, Elijah, go back the same way you came from. Помажь. Go and anoint. Азаила, царя над Сирией. Hazael, the king over Aram. Иуя, царя над Израилем. And Jehu, the son of Nimshi, over Israel. И Елисея в пророка вместо себя. And Elisha, the son of Shaphat of Abel-Mehola, you shall anoint as a prophet in your place. Что это означает? What does that signify? Это означает, it means this, что невзирая на значение Илии, it implies that despite the perspective that Elijah had, невзирая на его исключительную роль, despite the exclusive role that he had played before that, невзирая на славное завершение его жизни, and regardless of the glorious usage that the Lord invested into his life, его забрала колесница, помните? Remember, he was taken to heaven by a chariot, by a fiery chariot. А второй человек в Ветхом Завете. And this was only a second person in the Old Testament who ascended into heaven this way. Как бы не переживший смерть. Who literally did not experience death. Невзирая на все это. Regardless of all these circumstances, all these conditions. Бог увольняет Илию. The Lord not belittles, but rather he abases Elijah. Бог снимает его со служения. He removes him from the ministry. Илия ушел на пенсию. And Elijah retired. Потому что он оказался неспособным выполнить Божью волю. Because he was found to be incapable of fulfilling the will of God. Это подсказывает логика. This is what logic suggests in this passage. То есть,
In other words, если Елисея нужно было помазать вместо Илии, if Elisha had to be anointed as a replacement for Elijah, это означает, что теперь Елисей будет делать то, что делал Илия. It meant that Elisha would now fulfill the role of Elijah in Israel. Елисей продолжит его роль. Elisha would continue with the work that was started by Elijah. Елисей возьмет эту миссию. Elisha would take on the same mission. Елисей завершит недоделанное Илией. Elisha would conclude the unfinished work of Elijah. Потому что Илия не способен. Because Elijah was incapable. В каком-то смысле. In a sense. Господь его, если хотите, списал. In a certain sense, the Lord wrote с уважением, him off. С почетом. The Lord, with respect, with honor, with dignity, the Lord, you could say, he wrote him off. Но Илия не дошел до конца, чуть-чуть. But Elijah did not finish his race. Just, he just lacked a little bit. Он сдался немного раньше. He gave up a little bit earlier. С чем не согласился Господь? And what did the Lord not agree with? Дело в том, the fact of the matter is this, что оценка действительности Илией была неверная. That the evaluation of the reality that was assessed by Elijah was not correct. Его оценка собственного положения была неверная. The self-evaluation of his position was not the correct one. Илия видел действительность не так, как ее видел Бог. Elijah did not see the reality as was seen by the Lord. Он оказался во власти иллюзии. He found himself to be in a state of illusion. Илия был обольщен. Because Elijah was enticed. Он запутался в своем восприятии реальности. He became lost in his perspective of the reality. Дважды он говорит Богу: «Я остался один». He jumbled up the reality, and twice he told God, "Lord, I remain to be alone. I alone am left." Но Бог возражает ему. But the Lord contradicts him. Илия, как это один? Elijah, what do you mean you're alone? А вот этот, смотри, сейчас царем будет над Израилем. Well, what do you mean he's going to be the king of Israel right now? А Елисей продолжит твое дело. Elijah is going to continue your work. А Иу и мечом будет защищать мое царство. And Jehu with the sword he's going to defend my kingdom. И вообще у меня есть 7000 мужей, не преклонивших колено перед Валом. And despite all this, I still have 7000 other prophets who have not bowed down to the idol, to Baal. Что, 7000? What do you mean, 7,000? Послушайте, это же не горстка. Just listen, this is no small number. Ну, это не случайно затерявшаяся маленькая группа. This is not a small flock of people that somehow became lost. 7,000 это население приличного города. 7,000 people is a population of a respectable city. У Бога есть еще люди. The Lord still had people, in other words. У него есть те, кто искренне служит ему. He still had all those other sincere servants who were willing to serve the Lord. Но почему-то Илия был не способен это увидеть. But for some reason, Elijah was incapable of seeing that reality. Его жизненная драма. His the histrionics of his life, the drama of his life. Вот этот его отравленный внутренний мир. The poisoned reality of his mind, his innermost being. Не позволили ему воспользоваться помощью святых. Obstructed him from calling upon the holy, the divine help. Илия был высоко духовным человеком. Because Elijah had a status of being a very holy person, of a highly exalted person. Способный на настоящий героизм. Who was capable of spiritual heroic acts. Но он был уязвлен одиночеством. Nonetheless, he was vulnerable due to his solitude. Он так ощущал себя. That's how he felt himself. Я один остался. I alone am left. There's no one else. Это встречается в современном христианстве. And this is encountered in contemporary Christianity as well. Это иллюзия особого рода. This is an illusion of a special generation of people. Когда человек раздавленный трудностями. When a person is crushed by his hardships. Душа переживающая скорбь. And the soul is experiencing great anguish. Впадает в глубокое уныние. Falling into deep depression. И этой душе начинает казаться, что никто не может помочь. And for that soul it begins to seem that nobody else can help. Тебе начинает казаться, что твои духовные переживания, они исключительны. And it begins to seem to you that your spiritual travails are exclusive only to you. Тебе начинает казаться, что другие никогда не переживали таких трудностей. It begins to seem to you that others around you have never experienced the same hardships that you experience yourself. Человеку начинает казаться, что он в своей духовной борьбе оригинален. And to man it begins to seem that in his own spiritual struggle he is very original.
И поэтому человек не может попросить о помощи. And this is why this man becomes incapable of requesting help. Он не может вылезти из своей пещеры уныния. He cannot climb out of it, the cave of his depression. И он страдает в одиночестве. So he's tormented in his solitude. И нередко погибает в этом одиночестве. And sometimes in the state of loneliness he dies. Но Бог не согласен с этим. But the Lord does not agree with this desperate condition. Писание предлагает нам поднять глаза. The scripture encourages us to lift up our eyes. Бог говорит, есть 7000. The Lord says there are still 7000 others. Есть помазанный Иуй. There are those anointed other people. There's a Jehu. Есть Елисей. There's an Elisha. Есть люди, которые помогут тебе. There are other people who are capable of helping you. Есть исполненные духом христиане. There are other Christians who are filled with the Holy Ghost. С которыми ты вместе можешь выполнить мое поручение. With whom you can fulfill my duty. У тебя есть подходящая команда. You have an appropriate team gathered around you. Есть общество, которым ты можешь быть частью. There's a society and you can form a part of it. Освободись от этой лжи. You need to be liberated from the deceit. От иллюзии одиночества. From the illusion of loneliness that you created around yourself. От опасного наваждения. From the dangerous conviction that you begin to persuade yourself of. И стряхни это с себя. And shake this off. Дорогие друзья, христианство — это соборное понятие. Dear friends, Christian is a canonical understanding. Церковь имеет составную природу. Because the church as a canon has its own nature, has its own totality. We need to be consolidated. Бог имеет дело с личностью, это правда. And it's true that the Lord deals with everyone on an individual basis. Но также правда является и то, что он имеет дело с народом. But even more so, he wants to have something to do with the people as well, with a group of people. В его теле много частей. In his body there are many members, many parts. И каждая из них нужна не только ему. And every intricate part is not only required by him alone. Она нужна и мне тоже. It is we also have a great need of it. У одиночества Илии есть еще один оттенок. And in the loneliness of Elijah, there is still another hue, another shade of it that I would like to talk about. Это одиночество, оно может быть сладким, приятным. This loneliness can also seem sweet, something dainty. Оно может быть приятным, потому что иногда человеку нравится ощущать себя единственным в своем роде. It may seem pleasing even to a person because he could feel that he is original and unique in his dejected state. Мне даны чрезвычайные откровения. I am given great revelations. I'm so holy. У меня есть особенный дар. I have a special ability or gift. Я очень талантлив. I am very talented. Я лучше всех. I am better than everyone else around me. Понимаю. I understand this better than everyone else. Или проповедую. Or I preach better than others. Или молюсь. Or I pray better than others. Или толкую. Or I interpret the scripture better than other people. Или организую. Or I'm a better organizer. Я что-то делаю лучше всех. I'm doing something that's better than everyone else. I am exclusive. И поэтому я очень нужен Богу. This is why I'm very needed by God Himself. Господи. Lord. Из таких талантливых я остался один. And from all of these talented people, I alone am left. There's no one like me. Если я перестану служить тебе, if I stop serving you, пробуждение остановится. All revival is going to stop. Все царство Божье пропадет. The kingdom of God is going to disappear. Я последняя надежда твоя, Господи. I am your last hope, Lord. Такое приятное, тщеславное чувство. And this is a very pleasant, vain feeling. Помните Петр? Do you remember Peter? Только что восстановленный в правах. As soon as his rights were restored to him. Только что Иисус сказал ему: «Паси овец моих». Recently being told by Jesus, "Feed my sheep." И он следует за Господом. He follows the Lord. При этом обращая внимание, что рядом идет другой ученик. In addition, we noticed that another disciple was walking along. Видимо, Петром овладело вот это чувство эксклюзивизма. And Peter was probably conquered by this feeling of being exclusive. С таким легким удивлением Петр спрашивает Иисуса, а он что идет? And with a sentiment of light surprise, Peter asks Jesus, what about him? Why is he going? Не, Иисус, но мне помощники не нужны. Jesus, I don't need helpers. Ну, я сам справлюсь. I myself can take on this task, no problem. Мы с тобой, у нас хороший дуэт вообще. You and I, we make a good team. Зачем нам мелочь разная? We make a good two-man team. Why do we need these other insignificant people? Мелко все плавают как-то. They all swim in shallow waters. Тебе только я нужен, Господь. You only need me, God, no one else.
Это опасное чувство. And this is a very dangerous feeling. Оно становится причиной разделения церквей. It grows to be a cause for division in many churches. Разделение в Царстве Божьем. It grows to be a cause for division in the kingdom of God. Разделение между христианами и служителями. Divisions and quarrels among Christians and believers and ministers. Чувство, которое внушает дьявол. This is a feeling that is granted by the devil himself. Это чувство, которое загоняет нас в берлогу одиночества. And this feeling corners us into a cave of loneliness. Это чувство, которое никогда не поддерживал Спаситель. And this feeling was never supported by our Savior, Lord Jesus Christ. Но у Христа была команда, братья и сестры. But Christ had a team of brothers and sisters. Сегодня у нас совершится причастие. Today we shall partake in the communion, in the sacrament. Это называют служение вечери. And this is called the supper. This service is called the Holy Supper. В память о том событии, когда это впервые сделал Спаситель. Remembering that great event as was performed by our Savior. Это служение указывает на дверь, открытую в небо. And this ministry demonstrates to us a door that is open to heaven. Бог допустил нас к общению с собой. The Lord permitted us to communicate, to have fellowship with Him. Он разорвал завесу. He tore the veil. Он продемонстрировал свое расположение человечеству. He demonstrated his disposition toward mankind. В страстном жесте он устремился к миру. In a zealous act, he offered himself up. He offered himself up to mankind. Через крест он говорит к тебе. Through the cross, he's still speaking to you. Он доказывает свою любовь. He's proven his love toward you. Но вечер имеет еще одно значение. But the supper still has another significance. Когда это делал Иисус? When Jesus Christ was performing this. Он был в обществе. He was in the society of his disciples. 12 учеников. In a group of 12 disciples. Достойные и недостойные. Worthy and unworthy people. Несовершенные. Imperfect people. Очень разные. Very different personalities. Молчаливые. Some were quiet, more quiet than others. Разговорчивые, как Петр. Some were more talkative than others. Таинственно загадочные, как Иоанн. Some were mysterious contemplative, like John. Такие, как скептик Фома. Or skeptics like Thomas. Очень разные мужчины. Very different men. Соединились за одним столом. But they were unified by this table that they were sitting at. Они возлежали по кругу. And they lay down around the table with Jesus in a circle. Имели общение. And they had fellowship with one another. На равных. And they were all treated as equal. Мужское общение. They had a masculine fellowship. Я уверен, они говорили о многом. And with confidence they discussed many things. Иисус наставлял их. Jesus Christ instructed them. В позиции равенства, слышите? About the positions of equality, you hear? А потом он склонился перед ними и омыл ноги. And then he bowed down right before him, and then he washed their feet. И он поступил нестандартно. And he did not act in a way that was expected of him to act. He did not act in a standard way. И он продемонстрировал, что он не возвышается над ними. In an unusual way, he demonstrated to them that he is not exalting himself above his disciples. Он вел себя как слуга. He acted as a servant. Он строил горизонтальные отношения с учениками. He constructed horizontal relationships with his disciples. Вечеря Господня является демонстрацией ценности наших отношений. The supper of the Lord is the demonstration of the relationships that we have with one another and with Christ. Вечеря Господня проповедует нам о том, что мы нужны друг другу. The supper of the Lord testifies to us of the fact that we are needed by one another. Вечеря Господня пронзительно кричит в твое сердце. The supper of the Lord right now is crying out and penetrating your heart. Ты не один. That you're not alone. Есть другие. There are still others around you. Есть сообщество. There are other communities. Есть команда. There are groups. У Бога есть церковь. The Lord has a church. Частью которой ты являешься. And you are part of this church. И это огромное благословение для тебя. This is a mighty, tremendous blessing. Цени это, держи это. Value this, hold on to this. Не отдаляйся, не уединяйся. Do not depart, do not seclude yourself. Исцелись от всякого ложного наваждения одиночества. Be healed of all deceitful impressions of loneliness. И чувствуй честь быть частью Божьего народа. And sense an honor, a measure of honor because you are part of the holy people of God. Помолимся. Let us pray. Помолимся. Let's get up. Благословляем Твое имя, Господь. We bless Your name, Lord God. Благодарим Тебя. We thank You. За то, что мы не отвержены. That we are not rejected. Мы не потеряны. We are not lost. Мы призваны Тобой. We are summoned by You. В славное общение с Твоим Сыном. Into the divine fellowship with Your Son. Мы не одиноки, потому что Ты рядом. We're not lonely because You're next to us. Или я так и не сумел познать этой важной реальности. Elijah could not comprehend this important reality. Но мы благодарим Тебя за то, что наши глаза открыты. But we thank You because our eyes are open.
И мы знаем, что если нет рядом человека, способного помочь нам, and we know, even though there's not a person who could help us beside ты us, тот, который Эммануил. You are the Emmanuel. Ты пребываешь с нами. You abide with us forever. Ты ополчаешься вокруг нас, Господь. You equip yourself around us. Ты наполняешь сердца наши собою. You fill our hearts with yourself. Мы благодарим Тебя за вечную реальность общения. We thank you for the eternal reality в Твоем Святом Духе Божьем. That we have in your Holy Ghost. Благослови нас, Твой народ, Господь. Bless us. We are your people, Lord God. Избавь от дурного, ложного одиночества. Deliver us from the deceitful seclusion. Научи нас строить христианские отношения. Deliver us from this illusion and help us build. Научи нас разделять свою жизнь друг с другом. With other believers and share lives with one another. Научи нас нелицемерной любви, Господи. Help us a genuine form of love. Научи нас поддерживать друг друга в час злой. Teach us a genuine form of love and help us. И пусть наше христианское общение будет освящено Твоим Святым Духом. Help us support one another in difficult times and may our fellowship be illuminated with your presence. Мы молились об этом вместе во имя Господа Иисуса. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Your
спасение и воскресение, вечная жизнь. You are holy, Lord God Almighty. Praise to the Lamb who was slain for us. Righteous healer, King of all ages. Faithful and true to the Господь, Ты великий, Ты всемогущий, Ты есть Агнец, Агнец Божий, Агнец, который взял наши грехи, наш позор, нашу отверженность, наше поругание, умер за нас и дал нам новую жизнь, новую жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе наша песня. And now our song. Тебе наше поклонение. Is to you and our worship. Тебе наша is to любовь, you. Господь. And our love is to you. Прими от нас хвалу, Господи. And accept our praise, Lord. Слава Тебе за все. To you be all the glory. Слава Тебе за все. To you be all the glory. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Читаем место Писания. And we read from the scripture. Которое мы всегда читаем. That we read at this time. Записано 1 Коринфянам 11 глава. 1 Corinthians chapter 11. 23 стих. Verse 23. Ибо я от самого Господа принял. For I received from the Lord. То, что и вам передал. That which I also delivered to you. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. That the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. И возблагодарив, and when he had given thanks, преломил, he broke it, и сказал, and said, примите, this, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. He said, this is my body which is for you, do this in remembrance of me. Эти слова помещены в Писании, these words are placed in the scripture, чтобы исправить некую ошибку. To correct a certain mistake. Христианство не может ошибаться. For Christianity cannot be mistaken. Или как-то легкомысленно относиться к этому собранию. Or maybe just dismissively treat this part of service. Когда апостол писал эти слова, when the apostle wrote these words, он хотел исправить ошибку. He wanted to correct ошибку that mistake. В Коринфянской церкви. The mistake that the church of Corinth had. Которая не просто была ошибка, которая не нравилась Богу. That wasn't just a mistake that the Lord didn't like. Но несла со собой последствия. But it carried consequences with it. В конце Павел говорит эти слова, он говорит, что по сей причине. For in the end, Paul says, therefore, for this reason, немало из вас, many of you, больны, are sick, и немало умирают, and many of you die. Но что же имел в виду апостол? But what did the apostle mean? И мне кажется, он ставит вот такой вот упор или ставит ударение на слово воспоминание. I feel that he highlights the word remembrance here. Сейчас это время воспоминаний. Now is the time to remember. Знаете, мы люди имеем уникальную способность. We as people we have this unique ability. Бог дал нам способность помнить. But God gave us the ability to remember. И вторую способность он дал нам забывать. And second ability is to forget.
Но проблема с нами, but the problem with us is, что мы забываем то, что нельзя забывать. We forget the things that we shouldn't be forgetting. И помним то, что нужно забыть. And we remember things that we should forget. Это было часто проблемой апостолов. That was the problem of apostles often. Это была проблема этой церкви. This was the problem of the church. Он им напоминал о том, о сущности страданий Иисуса. And he wanted to remind them of the essence of the sufferings of Jesus. И мы слышали слово сегодня. And we heard the word today. Христос захотел организовать на земле общество людей. Christ wanted to organize the society of people on earth. Которые мы были бы совокупны друг с другом. That would be united with each other. Настолько близки друг к другу. So close to one another. Чтобы это было очень похоже на тело, в котором мы живем с вами. That would resemble the body that in which we live today. Но я хочу обратиться снова к слову вспоминания. But once again, I want to return to the word remembrance. Вспоминать это означает воспроизводить в разуме. Or to remember that means to bring back in our minds. Воспроизвести снова. To once again bring something back in our memory. Мы можем что-то пережить сегодня. Yes, we can experience something today. Когда я размышлял об этом, я подумал, что у нас есть фотоаппараты, у нас есть видеокамеры. And when I was pondering this, I was thinking we have cameras, we have video recorders. И люди совершают, можно сказать, свою историю своей жизни, запечатляя моменты жизни. И мы имеем фотографии. And these snapshots of our life are captured in the pictures that we have. И время от времени мы перелистываем наши альбомы. And time to time we look through those albums of pictures. И мы не только смотрим друг на себя или на друзей наших. And we're not just looking at ourselves or our friends. Но мы ощущаем некие ощущения. We have certain feelings that come with it. Это позволяет нам пережить те мгновения, счастливые, добрые или печальные мгновения. Мы снова ощущаем это в нашем сердце. It allows us to relive, to experience those snapshots again in our hearts. И я подумал, Господи, как сегодня церкви? And I thought, Lord God, what about the church? Можно вспомнить так, чтобы снова окунуться в эти счастливые переживания с Господом. How can a church remember today to once again be immersed in these happy experiences? Может, нужно было бы нарисовать большую фотографию. Maybe we could have just displayed a big picture. Чтобы мы могли что-то пережить сегодня. So that maybe we could experience something today, feel something. Но размышляя об этом, this, я вспомнил место Писания, где Христос говорит, said, когда Он, Утешитель, Дух Святой придет, when the Holy Spirit, the Comforter, when he comes, Он напомнит вам he will remind you все. Of all. Поэтому служение вспоминания Его страданий. And so today, the service, when we remember his sufferings, может быть самым ярким переживанием твоей жизни. This could be the most vivid experience in your если life. Ты пригласишь сегодня Дух Святой, if you today invite the Holy Spirit, который бы мог бы сегодня соединить твой дух, that will connect your spirit today, твои некие сердечные духовные ощущения, your feelings, your experience that you have in your heart, к этому мгновению, когда Христос взял хлеб, the moments when Christ took the bread, смотрел в глаза своих любимых учеников. He looked into the eyes of his beloved disciples. И говорил, примите. And he said, take it. Едите. And eat it. Это не просто хлеб. This is not just bread. Это то, что я совершил на Голгофе. This is what I've done on the Calvary. Это результат моего сражения. That is the result of the battle. Это плод моих страданий. That is the fruit of my suffering. Это цена, которую я заплатил на Голгофе. That is the price that I paid on the Calvary. Божья милость и Божья благодать. God's mercy and his это Божья победа и Божья слава. It is God's victory and his это glory. Моя жизнь для тебя. It is my life that is for you. Это моя жизнь. It is my life that is for you. Поэтому я очень хотел бы, and so for this reason, I would like to, чтобы в этой молитве мы не просто попросили благословения на хлеб, that in this prayer we do not just ask to bless this bread, но чтобы мы, but that we сказали, Дух Святой, would say, Holy Spirit, я хочу по-настоящему вспоминать. I want to remember, to truly remember. И только Ты можешь принести мне вот глубокие, настоящие, духовные вспоминания. For only you can bring these deep
memories, these spiritual memories, experiences. Только ты можешь оживотворить эти слова, которые сказал Сын Божий. Only you can bring these words to life, the words Примите. That Christ said. Take it. Едите. And eat it. Это есть тело мое. This is my body. За вас ломимое. That is broken for you. Сие творите. Do this. Мое воспоминание. In the remembrance of me. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Heavenly Father, we thank you. В этой молитве мы благодарим Тебя. In this prayer, we thank you. За Сына Твоего. For your Son. За Агнца Божьего. For the Lamb of God. За то, что совершено. For what you've completed. Ради нашего спасения. For our salvation. Ради нас. For us. Ради детей наших. For our children. Ради городов и селений, в которых мы живем. And for the country in which Слава Тебе, Господь! Glory to you, Lord. Слава Тебе, дорогой Спаситель! Glory to you, Savior. Ты сделал больше, чем мы можем оценить нашим разумом. For you have done so much more than Но we сегодня can even мы просим see. Дух Святой. And we ask you, the Holy Spirit. Помоги нам это вспомнить. Help us remember this. Сделай это живым в нашем сердце Make снова. This alive in our hearts. Нашим разумом. In our minds. Помоги нам увидеть сегодня Иисуса. And help us see Jesus today. Который протягивает нам свой хлеб жизни. That extends to us His hand with the living bread. Помоги, чтобы эти слова зазвучали в нашем духе. And so that these words they will ring out in our spirit. Аллилуйя, Господу слава. Hallelujah, glory Hallelujah, to God. Господу слава. Glory to God. Hallelujah, Господу слава. Hallelujah, glory to God. Господь, я очень прошу тебя. And I ask you, Lord. Помажь твой народ сегодня. Anoint your people today. И дай нашему духу глубокие воспоминания. And allow our spirit to see these которые мы принесли в нашу жизнь богатство твоей жизни. To see the riches of your life. Богатство твоей победы. And the riches of your victory. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Дорогая церковь, Dear church, я прошу каждого из вас I'll ask every one of you, просто войти в состояние поклонения, to just be in this condition of worship, in this state of worship, огромной веры, of great faith, и будь очень внимательны к Господу, and be very attentive to God, потому что Дух Святой сделал то, о чем мы просили. Because the Holy Spirit has done what you've asked for. В твоем сердце появится вот эта способность веры, you will have this ability in your heart, this ability of having faith. Трепетное поклонение. Просто высвободи себя сейчас для этого. Не думай ни о ком сегодня в этом зале. Но просто сосредоточь свое внимание на то слово, которое ты слышал, чтобы тебе сегодня вспоминать о его страданиях с особенным сердцем, с особенным состоянием твоего духа. Благослови вас в этом, Господь. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still. Striving seas, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ, I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God, a helpless babe. This gift of love, this right. Scorned by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Thank you.
light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. Читаю Откровение 1 глава 10 стих. And I'll read from Revelation chapter 1, verse 10. Иоанн описывает следующие слова. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. And I was in the spirit on the Lord's day and I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet. Который говорил: Я есть Альфа и Омега. Saying I am the Alpha and the Omega. Первый и последний. The first and the last. Аллилуйя. Hallelujah. Дорогая церковь. Your church. Хлеб, который ты принимаешь сегодня. The bread that you've taken today. Означает эти слова. It means these words. Христос говорит. Christ said. Я есть. I am. Первый и последний. The first and the начало last. И конец. I'm the beginning and the end. Аллилуйя. Hallelujah. Он дал нам право жить. Тем, кто Он есть. He gave us the right to live by who He is. Hallelujah. 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 Он обращается к церкви. And then He turned to churches. Он хотел, чтобы об этом знала церковь. He wanted the church to know this. То, что ты видишь, so напиши в книгу и пошли церквям. Write in a book what you see and send it to the seven churches. Иоанн, то, что ты видишь, John, напиши церквям. Whatever you see, you write. Я хочу, чтобы моя невеста, моя церковь знала. I want my bride, I want my church to know. Знала и кто я есть. To know who I am. Аллилуйя. Hallelujah. И знала, что я сделаю. And know what I will do. Я обратился. 12 стих. Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говорящий со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников. And verse 12, then I turned to see the voice that was speaking with me, and и having посреди turned, I saw золотых светильников. I saw seven golden lampstands, and in the middle of the lampstands, я увидел I saw, подобно сыну человеческому. I saw one like a son of man, облеченного поди. Clothed in a robe, и по перстам опоясанного золотом. Reaching to the feet and girded across his chest. Дальше Иоанн описывает, и описывает, как выглядел Христос. And then John describes how Christ looked. Но Христос хотел знать, Christ, хотел, чтобы ты знала, церковь, что Он среди светильников, that he is standing in the midst, что Он среди своей церкви, that he is in the midst of his Он church, в славном образе, that he is in his glorious потому way, что Он победил грех, because he overcame sin, победил смерть, he overcame death, победил плоть, he was victorious победил over the flesh, дьявола,
and the devil. Победил всякого врага на земле. He overcame all. И сегодня нам на земле среди своей церкви. And today he's here on earth in the midst of his church. Чтобы эта победа совершалась в твоей жизни. For that victory to be done in your life. Твоей жизни, аллилуйя. Вот почему сегодня церковь вспоминает его страдания. Поэтому поклоняйся Господу. And so worship the Lord. Поклоняйся Господу. Continue worshiping God. Путь каков и далек, кровь стекала из ран, сколько мук и страданий во взоре. Иисус дорогой умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценную кровь. Дай, Господь, мне понять тайну вечной любви, той, что Ты нам на землю принес. И тогда я спокойно и твердо пойду по земле среди бурь, среди груз. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценную глазу песни моей, что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь? Чем ты платишь ему за божественный дар, за пролитую кровь, что даешь? Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценную кровью. Никогда не смогу я забыть. Искупил драгоценную кровью.
Братья и сестры, brothers and sisters, я хотел бы, чтобы мы сделали следующее действие. I want us to do the following action. Мы все возьмем чашу, я возьму чашу. While we take the cup and я хочу, чтобы well. Группа еще раз спела I тот would припев. Like the worship group to sing the chorus once more. Никогда never не смогу before, never will я I забыть forget этот крест. Forget that cross, never. И пусть эти слова may these words, будут нашим поклонением. May they be part of our worship. Даже в вечности мы не забудем. Even in the eternity, we will вечность не сотрет с, нашего, с нашей памяти eternity will not erase it from великого our memory. Подвига, that great feat, великого заступничества, that great intercession, великой победы, которую совершил наш Господь. That great victory that the Lord has done for us. И эта чаша есть символ. And for this cup is that symbol. Его победы. Of his victory. Я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценною кровью. Никогда Glory to you, Lord. Писание говорит за теми чашу. The scripture says, in the same way he took the cup. И сказал. Also after supper, saying. Сия чаша. This cup. Есть новый завет. It's the new covenant. В моей крови. In my blood. Пейте из нее все. Do this drink from it all. Ибо всякий раз. Every time, as often as you drink from this cup, you proclaim the light of the Lord until He comes. I want you to notice the following. That Christ wanted for us to not just call this the cup. Это есть чаша. Нового завета. The cup of the new covenant. Аллилуйя. 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 Мы держим сегодня пред вами от имени Господа. We are holding before you from the name of the Lord. Не просто чашу. Not just a cup. Но чашу нового завета. A cup of a new covenant. Через кровь Иисуса Христа. Through the blood of Jesus Christ. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя. Father, we thank you. За жертву Твоего Сына. We thank you for the sacrifice of your Son. За каждую капельку драгоценной крови. Every single drop of His precious blood. За наш грех. He spilled for our sin. За нашу вину. For за наше поражение. For the defeat that was ours. Слава Тебе, Господь. Glory to you, Lord. Слава Тебе, Господь. Glory to you, Lord. Но Ты не простер для нас чашу страданий. That you didn't give us a cup of suffering. Ты протянул нам чашу благословения. That you are extending to us a cup of blessing. Чашу нового завета. A cup of a new covenant. Я прошу Тебя благослови эту чашу. And I ask you to bless this cup.
Благослови народ Твой. Пусть пьет народ из чаши Нового Завета. Через кровь Иисуса Христа, в крови Иисуса Христа. Благословляю Твой народ. И прошу Тебя, Дух Святой, по-особенному сегодня вдохнови каждое сердце веровать, радоваться и принимать во имя Иисуса Христа. Аминь. Несите, служители, чашу Нового Завета народу Божьему. Jesus.
то время, когда вы участвуете, принимая чашу, as you're partaking, taking the cup into your hands, я хотел бы благословить вас следующими словами. I would wish to bless you with the following words. На записано Евреям 13 глава. There's in Hebrews 13. С 20 стиха. Starting from verse 20. Это слова, которые мой апостол Павел благословлял церковь. With these words, the apostle Paul blessed the church. Смотрите, что он говорит: Бог же мира. Look what he says. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь и овец. Hebrews 13, he states, now the God of peace, now the God of peace who brought up from the dead the great shepherd of the sheep. Послушайте еще раз, Бог же мира. Let's once again hear these words. Now the God of peace, из мертвых пастырь овец, who brought up from the dead the great shepherd of the пастырь sheep, пастырь овец великого, the great shepherd of the sheep. И Павел говорит, он это сделал. And the apostle Paul says that he accomplished this из-за крови завета, because of the blood of the covenant. Hallelujah. Through the blood of the covenant, крови нашего Господа, the blood of our Lord Jesus. И он говорит, этот же Бог, and he states the same God, из-за крови завета, because of the blood of the covenant, да усовершит вас во всяком добром деле, may he equip you in every good thing to do his will, к исполнению воли его, to fulfill his will, производя в вас, working in us, благоугодно ему через Иисуса Христа, that which is pleasing in his sight through Jesus ему Christ, ему слава во веки веков, to him be the glory forever and ever. Аминь. Amen. Дорогая церковь, dear church, эти слова особенно вдохновляют меня. These words inspire me in a special way. Они вдохновляют меня веровать и уповать в кровь завета. They motivate me to believe and trust in the blood of the covenant. Потому что Павел говорит, because Apostle Paul says, что Иисуса, который был в гробе, Jesus Christ who was laid in the tomb, Бог воскресил. God resurrected him. Из-за его же крови завета. Because of his same blood of the covenant. Потому что вися на кресте Голгофы. Because hanging on the cross of the Calvary. Совершался новый завет. A new covenant was being accomplished. На основании этого завета. And on the basis of this new covenant. Бог воскресил своего сына. The Lord resurrected his son. И он воскресит твою жизнь. He shall resurrect your life too. И Павел говорит, этот же Бог. The Apostle Paul says the same God. На основании крови завета Иисуса Христа. By the means of the blood of Jesus Christ. Может сделать так, чтобы твоя жизнь. Can make your life. Она была приятна Господу. Pleasing in the sight of она God. Она прославляла Господа. So it would glorify God. Чтобы церковь его. So that his church would always be pleasant in the sight of God. With these words, I bless you, people of God. I bless you with these words. Hallelujah. Через кровь завета. By through the means of the blood of the covenant of Jesus Christ. Бог мира. God of peace. Да may he equip you. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. The Savior now to wash our feet. Now at His feet we bow. The One who wore our sin and shame is robed in majesty. The the fear that held us.
меня победитель. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I спасение. И я верю, что церковь, когда церковь молится, Бог спасает. Бог спасает. Бог спасает.
Благодарим Тебя, Господь, за эту привилегию, за Твою милость, за Твою любовь, за Твою пролитую кровь на Голгофском кресте, Иисус. Мы благодарим Тебя, Агнец Божий, что Ты взошел на крест, что Ты принял на Себя грехи наши, всего мира, что Ты умер для нашего спасения, для нашего оправдания, для нашей победы в Твоей крови. Ты Духом Святым поднимаешь нас, для того, чтобы мы жили жизнью победы, жили жизнью воскресения. И сегодня мы прославим Твое имя за Твою победу, за Твое воскресение, за то, что Ты сделал для народа Твоего, для то, что Ты сделал для церкви Твоей, за то, что Ты сделал для избранных Твоих, за то, что Ты сделал для меня, Господь. Твое имя, оно дороже всего. Твое имя, оно превыше всех. Твое имя, оно славное. Твое имя, оно чудное. Пред Твоим именем преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос, Он Господь, славу Бога, Отца. Тебе слава, Тебе честь, Тебе хвала. Дай нам ходить в обновленной жизни. Дай нам помнить о Твоем завете. Дай нам помнить о завете крови. Дай нам помнить, кто мы такие в Тебе, что мы наречены Твоим именем, что мы Твои, что через нас Твоя победа придет, через нас Твоя слава придет, через нас Твоя сила придет, через нас Твой ответ придет в чью-то жизнь. И поэтому, Господь, мы принимаем Твою славу, и мы благодарим Тебя от всего нашего сердца. Да будет это служение свидетельством Твоей силы. Да родятся свидетельства об исцелении в Твоей крови. Да родятся свидетельства о победе в жизни с грехом, с искушениями. Да родятся свидетельства об ответах, потому что вера Твоя, она подняла нас к Тебе. Благослови нас, Господь. Мы благодарны Тебе от всего сердца. Спасибо за Твою кровь, Иисус. Спасибо за Твою победу. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу, дорогая церковь, присаживайтесь, пожалуйста. Я приглашаю Ашеру, пожалуйста. Thank you, dear church, you may be seated. As ushers will now come up to collect the offering. И сейчас мы будем иметь служение, когда мы будем приносить наши пожертвования, десятины во славу Господа. Братья, и вы сразу же вернитесь, мы будем еще иметь один сбор, чтобы благословить служение
Пастор Алексей из Brothers, России. And you may immediately come back second time around in order to bless the ministry of our brother Алексей from Russia. Они старательно трудятся, чтобы собрать жатву Божью в России. They're diligently laboring to collect the harvest of the Lord in Russia. И мы хотели бы быть поддержкой их жизни и служения. And we wish to be support in their lives and their ministry. Поэтому пусть Бог благословит вас. May the Lord bless you therefore. А в это время я хочу сделать важное объявление. Meanwhile, I would like to make a couple of important announcements. В первую очередь я хочу выразить соболезнование семье Руденьких. First and foremost, I would like to express my condolences to the family of Rudenki. Дело в том, что на этой неделе в вечность ушел Николай Руденький. The fact of the matter is that Николай Руденький died this last week. Это сын, это дедушка, и, наверное, прадедушка. It's a grandfather and probably great grandfather and a father. Поэтому мы выражаем искреннее соболезнование и молимся о вас. Therefore, we sincerely pray for your family. And we express our most profound condolences. Сегодня вечером в 6 часов у нас будет мемориальное служение. Today at 6 p.m. we're going to have a memorial service. Поэтому, дорогая церковь, прошу вас поддержать dear church, I will ask you семью, которая скорбит в эти дни. Support this family who is distressed in these moments. Следующих три объявления будут объявления для всех сестер, женщин, сестер. The next three announcements have to ladies, do with all the women. Все послушайте внимательно. Please, ladies, listen attentively. Первое, что завтра для вас организована молитва в 7 часов вечера. There's a women's prayer tomorrow. В главном помещении главного зала на 7 часов. At 7 p.m. I'm sorry. At 7 p.m. in the main hall. Все вы приглашаетесь. All of you are invited to this place. Второе, что во вторник в 7 часов вечера. On Tuesday at 7 p.m. в помещении нового здания in the facilities in the new building у нас будет проходить служение Малютка. We're going to have the ministry of Malutka that will take place tomorrow. Это служение назначено, чтобы служить беременным женщинам. This ministry is to serve the people, the women who are pregnant. То есть мамочкам, которые ожидают. In other words, expecting mothers. Но проблема следующего характера. But this is the problem of the following character. Что многие из вас, сестры, вы думаете, many of you sisters are assuming, что когда мы объявляем служение Малютка, то туда должны прийти только беременные. That when we announce the ministry of Malutka, only the pregnant mothers are qualified to go there. Я хочу сегодня исправить ваше неправильное понимание. I would like to correct your misunderstanding of this. Это служение для всех женщин. This ministry is for all those women. Чтобы вы пришли и поддержали тех мамочек, которые ожидают свое пополнение в своих семьях. Expecting an addition in their family. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом. Thus may the Lord bless you in this. Я надеюсь, я, наверное, загляну во вторник и посмотрю. I hope that all of you shall come. I will слушать это объявление. I will glance inside and I will check on you on Tuesday to see how you heeded to my announcement here. И третье объявление для всех сестер. The third announcement for all the sisters. Для вас будет организован молитвенный кемп. There shall be a women's prayer camp. Но этот раз. But this time around. Кемп будет в лучшем месте. The camp is going to be in the best of all places. Знаете, где лучшее место? You know where the best place is? Помещение этой церкви. In this very building, in our Вам church. Вам не нужно будет ночевать нигде. You're not going to have to spend the night somewhere. Ехать далеко. Go somewhere else far. Пятницу вечер. On Friday night. И суббота с утра, and, с 9 часов утра. On Saturday, starting from 9 a.m. С 16 по 17 марта. That is the 16th and the 17th of March. Пятница, суббота, пожалуйста, братья, проходите. That is Friday and Saturday. Поэтому, дорогие сестры, вы должны сегодня Therefore, начать записываться в фойе. Please, dear sisters, start signing up in the lobby today. И да благословит вас Господь. And may the Lord bless you. А сейчас другие объявления. And now a couple of other announcements. Молодежное служение. We're also going to have an announcement for the youth ministry. Молодежь, послушайте внимательно youth, сюда. Youth, listen to me carefully, please. Для вас организован специальный молитвенный кемп. There will be a youth prayer camp designated just for you. В котором Бог уже предназначил множество благословений. And the Lord has already prepared many blessings for that youth camp. И он будет проходить с 15 по 17. And it will take place from the 15th to the 17th. Он будет проходить, ну, вы узнаете адрес и где он будет проходить. You know the address, you know where it's going to take place. Но вам нужно обязательно записаться. But you need to sign up in the lobby. Не пропустите ваши возможности. Do not miss out on this opportunity. Следующее объявление, что завтра для служителей будет служительский совет. Another announcement for all the ministers, we're going to have a minister's council tomorrow. Пожалуйста, не забудьте об этом. You must attend that council, please do not forget. И еще одно очень важное объявление для всех родителей. Another important announcement for all the parents. 12 мая, понедельник. On the 12th of May, that's going to be a Monday. В 7 часов вечера. At 7 p.m. Дорогие родители, если ваши дети посещают школу, dear parents, if your children attend school, я прошу, чтобы вы послушали и не только послушали. I would request for you to listen and not just listen and dismiss it. Мы приготовили для вас такой вечер.
We prepared a special evening for you. Чтобы дать вам необходимую информацию. In order to give you vital information. Которая вам необходима сегодня. That's necessary for you today. Потому что в школах. Because in the schools. Проводятся различные доктринации, да, над вашими детьми. There's all sort of indoctrination that's going on in your families and in your schools. Как хорошо иметь переводчика, который тебе подсказывает. It's good to have a translator who suggests words. So your children are being indoctrinated in public schools. In other words, the questions of their sexuality are being addressed in the public schools. What they have to discover for themselves. And many other perverse things. Therefore, we prepared all the necessary information for you. Because you have to adequately prepare your children at home. Я помню, когда мы жили в коммунистической стране. I still remember when we lived in a communist nation. Когда мы шли дети в школу. And when my children went to school. Нас, их было целью нас как-то изменить. When we went to school as children, they had a goal of changing us. Но родители нас подготовили. But our parents prepared us well against these doctrines. Поэтому мы уже шли как солдаты. So we entered the school as soldiers. Подготовлены. We were well ready. Нам говорили, что Бога нет. We were told that there was no God. А мы уже знали, что нам это будут говорить. But we already expected to hear that. Мы даже знали, что нужно отвечать. We already knew how to answer. Как реагировать. How to react to these things. Другими словами, они опоздали, потому что наши родители выполнили свою часть. In other words, they were too late to the party because our parents did their duty diligently. Поэтому 12 мая. 12 марта. On the 12th of March. Да, в 7 часов вечера. On the 12th of March at 7 p.m. Дорогие родители. Dear parents, please, this is important. Пожалуйста, придите, чтобы мы имели, нам иметь такую встречу. Please come so we could have this important meeting together. На этом все мои объявления. This concludes all of our announcements. А сейчас брат Славик, он зачитает нужды, мы помолимся, и на этом завершено будет наше служение. We'll read prayer requests and then we'll pray to conclude our service. В заключение нашего собрания. In the conclusion of our gathering. Хочу еще раз поблагодарить Бога. I'd like to once again thank the Lord. Что так много сегодня было сказано для нас. So much has been said today. Хочу сказать, что по-особенному, что этот день совершил Господь. Furthermore, I'd like to add this. The Lord created this day for us. He made this day for us. Наш гость, друг Алексей, сказал, что мы как церковь имеем очень большую силу. Our guest and friend Alexei told us that we as a church have a great power. И мы благословены этим. And we're blessed by this power. Хотел бы на сцену пригласить наших именинников. Андрей Сприха. I'd like to invite the following birthday people on the stage. Алексей Чернецкий. Алла Храмцов, Виктория Петренко. Также есть у нас нужда. Сестра Ира болеет, и сестра просит за нее, за исцеление. We also have a prayer request for sister Ira. She's ill. Please pray for her healing. Бабушка просит, чтобы внук в Сан-Франциско, который живет, чтобы успешно нашел работу. A grandma is asking for her grandson to find a job successfully in San Francisco. Также есть нужда, две нужды. Also, there are two prayer requests. Я предполагаю, это один человек написал. I presume that one person wrote this. Но я их скажу в очень кратком изложении. In a great detail, but I will give a brief summary. Первая нужда говорит о том, что есть поиски и желание больше присутствовать в служении в воскресенье. The first prayer request reads like so. This person says that he has a great desire. Наш брат ищет and Господа. And the motivation to be in the Sunday, at the Sunday services more often. He is seeking the Lord. Our brother is seeking the Lord. Он ищет Господа по-особенному и чувствует, что Господь должен быть приоритетом в жизни. He is seeking out the Lord in a special way, and he is sensing the Lord to be that he has, the Lord has to be and should be his top priority. Но работа забирает свое, и поэтому он вынужден работать по воскресеньям. However, his job right now deprives him of a lot of time, and he has to work on Sundays. Также этот же человек молится за двух своих племянников. This person is also praying for two of his nephews. Похоже, что есть нужда в том, чтобы было повиновение у племянников. It is apparent that these two nephews are in need of obedience. И чтобы они были благословены и искали имя Божье. So they'd be blessed and seek out the name of the Lord. Также есть нужда о том, чтобы помолились за мужа. Предстоит операция. There's also a prayer request for the husband who is expecting a surgery. Я лично хочу сказать от себя моему дяде, это получается моего папе и сестры муж. Ему будут в понедельник делать операцию на пересадку клапана в сердце. And on Monday they're gonna he's gonna have a surgery
regarding the valve in his heart. Без этой операции он уже не сможет жить. And without this operation, he's not going to be able to live anymore. Как вы понимаете, все, что связано с сердцем, это очень сложно всегда. Of course, you understand the seriousness of all the operations that have to do with the heart. Его зовут Вадим. His name is Vadim. Поэтому, если можете, пожалуйста, вознесите также молитвы за него. Therefore, if you have a chance, please lift up your prayers for him. И последнее, Джессика Подгаецкая, это записка, вот только что поступила, день рождения. Джессика Подгаецкая's birthday as well. This is the last prayer request of you. Братья и сестры, с этим я хотел бы попросить вас подняться для молитвы. Brothers, let us rise, keeping all of these Давайте requests in mind. Давайте воззовем Господу о нуждах. And in light of these requests, let us cry out to the Lord. Давайте воззовем, как будто это наши нужды. Let's call upon the Lord as as if these needs were our own. Это то, что делает семья. This is something that a family does. Когда один болеет, другие члены семьи молятся. When one member of the family is ill, the others pray for that family member. Другие ходатайствуют. The others intercede. И благословляют. And bless them. Взываем. Господь наш Небесный, Ты Бог наш, Ты есть Альфа и Омега. Господи, Словом Ты Своим сотворил весь мир. Господи, пред лицем Твоим мы сегодня излагаем наши нужды за народ, за братьев и сестер. Господи, мы молимся сегодня за нужды, которые испытывают проблемы со здоровьем. Мы молим Тебя, чтобы Ты, Господь, взглянул на эти нужды, исцелил и восстановил полностью, Господь, чтобы Ты, Бог мой, проявил Твое благословение, благодать Твою и могущество Твое. Господь, мы верим в силу Твою исцеляющую. Просим Тебя, чтобы Ты благословил эти семьи, которые проходят эти испытания и трудности. Господи, пускай эти люди по-особенному почувствуют Твое присутствие. Господь, раздели эту тяжбу, Господь, чтобы в их жизни был смысл. Господь, было убеждение, была вера достаточно. Господи, благослови также всех, кто именинники сегодня среди нас. Просим Тебя, чтобы Ты благословил, Господи, также церковь нашу, Господь, в это время, когда мы ревнуем о том, чтобы Ты поднял Твоих евангелистов. Господь, Ты знаешь, насколько этот город, эта страна нуждается сегодня в людях, которые пойдут до края земли, на каждый кусочек этого города и будут возвещать Твою истину во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, мы благословляем предстоящую неделю. Бог наш, мы просим Тебя, чтобы Ты был в нас, с нами, везде, где бы мы ни были, чтобы Ты был рядом, потому что Ты есть, аминь, Ты есть Бог Святой, которому все, все доступно и возможно. Будь Ты прославлен и возвеличен, как Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. Be blessed.